Третье по счету упражнение из арсенала Дениса, совсем уж такое секретное, как по мне. Подъем. В качестве гантели у нас гриф, короче. Да, олимпийский. 20-килограммовый. Тем, что он длинный, получается, что мы очень сильно контролируем кистью, да? Да. В чем еще особенность? То есть он балансирует, наша задача сделать полностью движение и удержать, побороться с этим грифом, потому что тебя при, скажем, таком нормальном рабочем весе будет уносить влево-вправо. Твоя задача вытянуть и при этом не дать, скажем, побороть тебя грифу. Пока я делаю медленно, чисто, он не сильно балансирует, мне проще. Когда вес будет больше, ну, мы увидим, что будет. Пока мне легко. То есть, в принципе, он туда-сюда ходит, но удержать я в силах. Он у меня довольно ровненько лежит, все замечательно. Ну, это у нас как разминка. Повело, но я держусь. Туда-сюда начинает балансировать, видишь? Да, да. Задача удержать. Несмотря на то, что внешне это упражнение выглядит как подъем на бицепс, наверное, 80 или 90 даже процентов нагрузки я ощутил именно на предплечье, потому что вся борьба идет там, в кисти. Ты борешься вправо, влево и стараешься удержать этот вес.